Thank you.
Дорогие друзья, второе отделение нашего концерта продолжается из воспоминаний Святослава Рихтера. Он писал: «Когда-то солнечным днем я шел по Арбату и вдруг встретил необычного человека. Он нес в себе, я цитирую, вызывающую силу и прошел мимо, как явление, в желтых ботинках и красно-оранжевом галстуке. Я не мог не обернуться. Это был Прокофьев». Вот Прокофьев и был такой в жизни, очень яркий. Франк любил красиво одеваться, любил эпатировать публику, особенно в молодые годы. Но те, кто знали его ближе, знали, насколько это мягкий, ранимый человек, очень впечатлительный и во многом человек, который вел себя как большой ребенок. Я заговорила об этом не случайно, потому что очень большую долю прокофьевских мыслей, усилий, его композиторской фантазии уделялось так называемой детской музыке. И здесь мы сталкиваемся с очень интересным парадоксом, потому что детская музыка Прокофьева ведь, по сути, таковой не является. Она интересна взрослым, она интересна абсолютно всем. Это не инструктивная литература, на которой можно просто учить. Это потрясающий по силе художественного воздействия произведения, написанное для маленького исполнителя или для восприятия всей семьей. Вспомните знаменитую «Болдунью», вспомните «Гадкого утенка» по Андерсону, или, ну, конечно же, без этого примера просто нельзя обойтись, «Петя и Волк» — это совершенно блестящий путеводитель по оркестру, который приводит в мир классической музыки взрослых, которые никогда до этого с этой музыкой не сталкивались. Это, конечно же, знаменитые балеты Прокофьева, «Сказ о каменном цветке» или замечательная, трогательная, личная сказка «Золушка», премьеру которой когда-то танцевала на сцене Большого театра Ольга Лепешинская, и после нее очень-очень многие классические балерины. Первый акт «Золушка», она мечтает о бале и танцует гавот. Этот гавот продолжает нашу программу. Исполняет Елизавета Секретева, 6 класс, преподаватель Маргарита Анатольевна Цельнева, концертмейстер Елена Ушакова.
Тарантелло, исполняющий клятву класса Кирилл Кузанов, преподаватель Геннадий Николаевич Чешанин, концертмейстер Елена Кузьмолина. Thank you.
Аркадий Володосик, вариации на тему изобретения Михаила Лилии, Руслан Чуркнила. Исполняет ученик 8 класса Дмитрий Цыганов, преподаватель Дмитрий Александрович Цыганов. Посвящена эпопее Толстого, одноименной эпопее
Есть, пожалуй, центральный музыкальный номер в этой опере – это ария Кутузова «Перед тем, как сдать Москву французам». С этой арией вообще связана очень интересная история при постановке этой оперы на сцене театра. Прокофьев сотрудничал с дирижером Самуилом Самосудом. Самосуд заставил Прокофьева добавить в оперу еще одну картину, тот самый «Военный совет в стрелях». Диалог между двумя музыкантами происходил просто фантастический. Заседание, вы хотите, чтобы я в опере сделал военный совет? Невозможно. Следующая реплика Прокофьева. Да, хорошо, но это драматический театр. Или отлично, но лучше в кино. Или не подражая вам, но для романа. Но в итоге Самосуд, как говорится, продавил Прокофьева, и тот сделал эту сцену. Загвоздка была центральная ария Кутузова, потому что это была кульминация всей сцены. Это было важнейшее решение, сюжетное решение по опере. Отдать Москву или назначить сражение. И это должна была выражать музыкальная ария. 8 вариантов Прокофьев приносил Самосуду, и тот каждый отвергал. Не то, не совсем. Пожалуйста, еще. Вы умеете. Прокофьев уже выходил совершенно обессиленный. Пока он не порылся в сейфе своей музыкальной памяти и из ранее написанной музыки картине Эйзенштейна Иван Грозный не достал одну музыкальную тему. Именно она и стала темой арии Кутузова, и сегодня прозвучит как гимн Москве, практически в финале нашего концерта. Ну а сейчас встречайте на сцене младший хор Хорового, отделение хорового пения, художественный руководитель и дирижер Инна Михайловна Скоморохова, концертмейстер Марина Крылова. Георгий Свиридов, стихи Барто, песни о Москве, Чичков, стихи Есенина. Вот оно, глупое счастье.
Сергей Прокофьев, гимн «Москве». Исполняется модный хор учащихся старших классов школы. Художественный руководитель и дирижер Эльмира Дадашева, хормейстер Алена Коршунова, концертмейстер Станислав Земос. Thank you.
точки нашего сегодняшнего, как мне кажется, прекрасного концерта, отчетный концерт Московской городской детской музыкальной школы имени Прокофьева, концерт к 125-летию со дня рождения великого русского композитора. Знал ли Прокофьев, когда начинал свою творческую деятельность, что его будут называть великим? Да вряд ли. Едва ли такой композитор, когда пишет то или иное сочинение, думает о степени своей великости. А ведь Прокофьеву удалось и посчастливилось слышать знаменитые хвалебные речи в свой адрес. Достаточно вспомнить строки Константина Бальмонта. Помните, Прокофьев, музыка и молодость в расцвете. В тебе воскресковал оркестр о звонком лете. И в бубен солнце бьет непобедимый скиф. Именно так солнечно, ярко, мощно, мускулисто воспринималась современниками музыка Сергея Сергеевича Прокофьева. А вот что, кстати, он сам писал о своей великости. К 3 годам относятся мои первые воспоминания. Я кувыркаюсь на постели моего отца, вокруг стоят родные. В передний звонок приехали гости, все будут встречать. Я продолжаю кувыркаться, и слетев с постели, ударяюсь лбом о железный сундук. Нечеловеческий рев, все бегут обратно. Удар был здоровенный, шишка на лбу осталась на все детство и юность, и сравнялась лишь к 30 годам. Когда уже молодым человеком я дирижировал в Париже, художник Михаил Ларионов трогал шишку пальцем и говорил: «А может, в ней-то есть весь талант?» Парадокс только в том, что шишка сосалась, а талант лишь приумножился с годами. В финале нашего сегодняшнего концерта на сцене симфонический оркестр школы имени Прокофьева. Сергей Прокофьев, марш для духового оркестра в аранжировке Ярослава Белякова и Владимир Косма, оркестровая свита. Симфонический оркестр, который буквально через минуту появится на этой сцене, и художественный руководитель и дирижер Ярослав Беляков.